Я всегда стараюсь приготовить что-то очень интересное, что-то очень красочное и легкое. Всем привет, друзья! Снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня готовим реально очень классную и вкусную закуску. Начинаем готовить. Погнали! Нам понадобится небольшая миска, одно отварное вкрутую яйцо и мелкая терка. И аккуратненько натираем куриное яйцо. И натрем буквально 15-20 грамм сыра. Сыр берите любой, какой вам нравится. Также нам понадобится перья лука. Нарезаем мелко. Лучок также отправляем в миску. Для связки нам понадобится майонеза. Майонеза примерно чайная ложка. В этой начинке не хватает единственное, что это перчинки, остринки. Я добавляю слегка по своему вкусу смесь перцев. И хорошенечко нам нужно все перемешать. Приобрел вот такие вот крабовые палочки и ролл. Разворачиваю их. Полностью не разворачиваю, примерно чуть больше половины. Хорошенечко смазываем нашей начинкой. И обратно скручиваем. Разрезаю ровненько пополам. И некрасивой стороной ставим на тарелку. Беру опять же мелкую терку, кусочек сыра и сверху слегка присыпем, как снежок. Ну вот и все, друзья. Роллы по-праздничному готовы. Очень простой и легкий рецепт, обязательно к приготовлению. Готовится легко и просто, и я уверен, что ваши родные и близкие будут очень довольны. Готовьте вместе со мной. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся и делимся с друзьями. Я с вами прощаюсь ненадолго. До следующего видео. Всем пока.